Добро пожаловать на канал HardResetInfo. Это телефон LG K30 2019 года. И сейчас я покажу вам, как на этом прекрасном, великолепном телефоне изменить язык системы. Для того, чтобы это сделать, сначала перейдите в приложение «Настройки». После чего сверху, видите, здесь есть 4 значения. Сеть, звук, дисплей, общее. Нужно выбрать 4-е значение, общее. Дальше спуститься немножечко вниз и выбрать пункт «Язык и клавиатура». Здесь мы видим самую первую строчку «Язык». Нажимаем на нее. И нажимаем «Добавить язык». Выбираем тот язык, на который хотим изменить. Давайте добавим украинский язык. Нажимаем на него. Итак, у нас есть русский, английский, украинский. Но, как мы видим, язык системы не изменился. Что же нужно сделать, чтобы он изменился? Нужно взять этот украинский за вот эти вот три палочки, которые справа, взять и переместить его на первое место. Переместили на первое место, и видим, что язык всего телефона успешно изменился. Точно так же и с английским. Переносим его на первое место, и все становится на английском языке. И также с русским переносим его на первое место, и телефон опять переключается на русский язык. Спасибо большое за просмотр этого видео. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал. До скорых встреч!